Тротуары, усыпанные мусором, переполненные урны и баки. Жилые дворы на улицах Мельникова, Родионова и Молодежный проезд постепенно превращаются в свалки. Дворники управляющей компании «Пик Комфорт» отказываются выполнять свою работу. По их словам, работодатель задерживает заработную плату. Вы знаете, что не оплачивают зарплату работникам, мигрантам? И издеваются. В ближайших выпусках новостей мы расскажем, что делать и кто виноват в противостоянии между персоналом и руководством управляющей компании «Пик Комфорт».